Урок 10. Сведение композиций. Часть 2. Приведем пример сведения. Сначала загружаем две композиции в проигрыватели А и Б и запускаем одну из них. На микшере убираем ручку фейдера другой композиции вниз, чтобы воспрепятствовать ее звучанию в колонках, то есть в зале. Активируем кнопку PFL для проигрывателя Б, что позволит нам слышать накладываемую композицию в наушниках. Запускаем вторую композицию и, остановив ее прямо перед первым ударом барабана, нажимаем кнопку Q, что позволит нам в дальнейшем запускать композиции из указанного места. Снова запускаем ее и при помощи параметра Pitch настраиваем скорость данной композиции так, чтобы она была равна скорости композиции, играющей в зале. Также необходимо сделать равной громкость данной композиции, основываясь на показателях индикаторов воспроизведения. Настроив параметры, нажимаем кнопку Q и слушаем первую композицию, ожидая в ней начала выхода.